Всем привет, с вами Кейт Ли, и сегодня я снова с вами. Сегодня я займусь украшением моей любимой комнаты. Ну что ж, поехали! У меня есть куча мишуры, но я выберу белую. Перед тем, как я займусь украшением моей комнаты, я хочу провести маленький рум-тур. Я просто обожаю мягкие игрушки. Как вы можете заметить, у меня есть обезьян, символ этого года. У меня есть плакат со львом. А повешать на стену мне помогут иголочки. У меня есть вот такая кружечка, я ее поставлю на стол, так как я очень люблю попить чаек вечерком. У меня есть такая клевая шапочка, которая дарит новогоднее настроение. Моему коту она очень идет. Вешаем мишуру. Мы решили заменить Левушку на таких классных лошадок. Спасибо, что посмотрели это видео и помогли мне украсть мою комнату. Я поздравляю всех с наступающим годом и желаю всего самого наилучшего. Ребята, а также скоро у нас появится новый пэт в нашей студии. Это будет подарок на Новый год. Черная стоячка, я жду тебя!